человек стремится в простоту, как небесный камень в пустоту, медленно сгорает и за предпоследнюю версту нехотя взирает, но во глубине его очей, будто бы во глубине ночей, что-то назревает. Время изменяет его внешность, время усмиряет его нежность, словно пламя спички на мосту гасит красоту. Человек стремится в простоту через высоту. Главные его учителя — небо и земля.